Привет! Сейчас мы в главном корпусе Пермского политеха, единственного инженерного технического вуза Пермского края. Ежегодно стать студентами Пермского политеха мечтают тысячи абитуриентов. Я расскажу тебе, чем же так привлекателен наш университет и почему поступление в Пермский политех интересует очень многих старшеклассников. Конечно же, тебя, как и многих абитуриентов, интересует ответ на вопрос, где ты будешь работать после окончания вуза. Пермский край – это край промышленный. На территории Прикамья действуют сотни крупных, богатых промышленных предприятий и компаний. Среди них известны тебе «Лукойл», «Авиадвигатель», «Уралкалий», «Протон-ПМ» и «Уралхим». Все эти предприятия – наши надежные партнеры. Они с удовольствием берут наших выпускников на работу, потому что Пермский политех готовит специалистов высокого качества для нашей экономики. Спасибо политеху не только за то, что мы стали классными специалистами, но и за то, что с легкостью нашли работу в «Лукойле». Диплом политеха открывает любые двери. Это я уже на себе проверила. Диплом Пермского политеха – это признанный знак качества, который гарантирует высокий уровень профессионализма наших выпускников и позволяет им сделать отличную карьеру. Во время учебы ты можешь не только посещать лекции, но и принимать участие в международных и российских конференциях и мастер-классах. Политех – классная площадка и для молодых инноваторов, готовых усердно заниматься наукой. В наших научно-исследовательских центрах и лабораториях студенты успешно осваивают уникальное современное оборудование и решают самые сложные технические задачи. Кроме того, ты можешь продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре нашего университета. Выпускники вуза востребованы во всех отраслях экономики. Они талантливые ученые, инженеры, успешные руководители производства и бизнеса. По какому из этих путей пойти, выбирать тебе. Я закончила обучение с двумя дипломами – европейского и российского образца. Благодаря политеху я получила возможность поучиться в одном из университетов Германии. Для иногородних студентов в нашем университете есть все для комфортного обучения и проживания. В распоряжении студентов учебные аудитории, физкультурно-оздоровительные комплексы, современные спортивные площадки, тренажерные залы и комнаты отдыха. Кампус университета – это современная инфраструктура, расположенная в экологически чистом и живописном месте. В кампусе 18 студенческих общежитий, в том числе 11 малоэтажных компактных зданий, построенных в европейском стиле. В каждом общежитии есть свой студенческий совет. Мы решаем насущные проблемы ребят, устраиваем концерты и праздники, помогаем ребятам творчески развиться и вообще классно проводим время. Стипендия – это сладкое слово для любого студента. Так вот, если ты будешь студентом нашего университета, то помимо общей стипендии, у тебя будет возможность получать от наших предприятий-партнеров именную повышенную стипендию. Если ты, конечно, будешь хорошо учиться, а если ты наберешь хорошую сумму баллов по ЕГЭ, то дополнительно можешь получить стипендию от губернатора Пермского края. В результате набегает приличная сумма, которая позволит тебе безбедно существовать в годы учебы и быть финансово независимым. Да, ребята, в политехе очень высокие стипендии. Я, к примеру, за свою учебу на отлично, участие по решению производственных кейс-задач или участие в общественной деятельности, получаю стипендию около 20 тысяч рублей. Ты хорошо поешь, танцуешь, играешь в КВН или занимаешься спортом? Тогда тебе к нам! В Пермском политехе кипит жизнь в сфере культуры. Работают творческие коллективы, проходят крутые праздники и фестивали. Мисс и мистер Пнипул, чемпионат КВН и, конечно, самый известный фестиваль – студенческая театральная весна. В нашем университете есть и спортивный клуб «Политехник». В спортклубе более 20 спортивных отделений и различные секции, где может заниматься каждый желающий. Студенты участвуют во всевозможных соревнованиях и почти всегда побеждают своих соперников. Самые активные ребята получают приятные бонусы – прибавку к стипендии. Поступив на первый курс политех, я стала ездить на всероссийские соревнования за университет. Мне легко удается совмещать учебу и спорт. Политех – это вообще мой второй дом. Это лучшие студенческие годы, новые друзья и знакомства. Поступай в Пермский политех, и ты точно не прогадаешь. Пермский политех предоставляет тебе множество путей для твоей будущей работы и успешной карьеры. По какому из них пойти? Выбирай тебе!